В Заводоуковском городском округе появится кампус для студентов. Такой проект запустили в крестьянском хозяйстве «Дружба». Здесь практиканты будут в специальных благоустроенных домах. Пока сельхозпроизводитель Заводоуковска единственный в регионе, кто решил организовать такое пространство. В самом центре деревни Дроновой вырастает почти пионерский лагерь. Здесь есть 3 модульных дома на 8 мест, своя баня и беседка. Заранее территорию отсыпали глиной и песком, установили сваи. И как только жилые конструкции полностью соберут, начнут их обустраивать. Уже закупили мебель, бытовую технику, постельное белье и посуду. Я считаю, что одна из важнейших статей расходов должно быть на подготовку и привлечение кадров на село. Мы мотивируем студентов, которые приезжают сюда, зарплатами, бытовыми условиями. Мы работаем в этом направлении. Это не просто так на сучок пальцев появилось, что у нас столько было народа. Были года, когда к нам приезжало в году 3 студента. Сегодня желающих проходить здесь практику в разы больше. В этом году ждут более 30 человек. Заезжать сюда они начнут уже в конце апреля. Договор заключен с учебными заведениями Галышманова, Юргинского, Амутинского районов, Северного Зауралья и Лутеровска.